Друзья, всем привет! С вами Евгений, мне Монте. Сегодня вам расскажу, как можно на отдыхе поесть не дома, не в ресторане. Это Черногория, город Будва. Давайте же посмотрим, как это сделать. Покажу, где можно прийти с подносом и взять себе готовую еду. Она на набережной находится. Пойдемте. Как это все происходит? Берем поднос. Добрый день. Ждем очередь. Берем приборы. Берем салфеточку. Оп. Ставим салфеточку. Берем приборы. И поехали. Хлебушек нам не нужен. Так, мы посмотрим, что здесь есть. Угу, спасибо. Так, есть вермишель. Так, здесь у нас картошка пюре, гуляш. Так, мы будем смотреть шашлычок, вот это все везде цены. О, мне не треба пили чирожницы, можно? Угу. А на порцию сколько идет? Две? Ага, две идут. А может овай купус? Не, купус, имате купус? Ага, кого не ела? Ага, добро. Добро, код прилога. Может помфи тогда? Они говорят, что на гриллованный поварч или картошка фри идет к гарниру. Вот так это все выглядит. Сейчас мы посмотрим, сколько это будет все стоить. Так, тут есть еще, я вижу, отбивные. О, вот свинская шницла, ел? А, вот свинина отбивная, вот так мне дали картошку фри и куриный шашлычок. Сейчас посмотрим салатик. Так, тут есть свинина на косточке и есть шашлычок свининый, замотанный, я вот вижу, нет, это курица, замотанная в прошут. Да, в бекон. Это у нас перцы фаршированные, вот цены, везде по 4,90 порция стоит. Это запеканка, это подобие лазаньи, мучкалица, подобие лазаньи это все. Так, картошка отварная. Здесь дальше у нас идет спагетти, идет картошка с бритвой. Идут креветки. Давайте посмотрим креветки. Вот гамбари стоят. Гамбари это креветки 5,90. Это риза. А, есть рыба. Рыба есть шкарпина. Есть дорада. Видите, орада, дорада. Есть ослич. Есть туна. Так, это у нас похоже на сибас. А, вот шкарпина. Вот это шкарпина у нас. А, есть у нас вот внизу называется ослич. Как подобие хека. Не-не-не. А здесь у нас скуша и пастрамка. Скуша, вот она скуша, а пастрамка это форель. Вот. А можно едем шопские салаты? Шопскую едем. А вот салат шопский стоит 2,20. Пола лепо. С огурцов. И есть еще салат с помидоров. Есть овощи, фрукты. Видите, фрукты, тарелка и пирожные 2,5. Добрый день. Овосы. Да, то и то. Вот это все я купил за 7 евро 10 центов. Берете поднос с едой и садитесь здесь в зал, в холодочек. И здесь спокойно кушаете. Вот так вот зал выглядит. Сейчас вам покажу мясара, где можно заказать себе мясо, чтобы вам пожарили. Жарка стоит 1 евро. Не в всех мясарах можно это все пожарить. А где именно она находится, под описанием. Точка. Пойдем сейчас зайдем. Сейчас посмотрим, что здесь нам предлагают. Тут цены 8,70 евро. Находятся такие вот стейки. Дальше свинина. Так, 25 евро шифра. За что ли килограмм? Нет, не может быть. Так, посмотрим дальше, что здесь есть. 7,80 килограмм стейка. Вот он. Дальше 14,60 килограмм мяса. Что-то дорого. Мы же не туда точечку поставили.
Нет, 14,60 мяса, да. Вот, есть шашлыки. Вот килограмм, вот это стоит 14,60. Есть колбаски 7,80. 6 евро колбаски. Есть такие плесковицы. Вот, стоит 7,70 килограмм и за 9. Все зависит от начинки. Вот, эти 6,50 стоит килограмм. А это куриное филе стоит 7,90 килограмм. Есть чевапы еще в них. Куриное филе целое 6,60. Вот здесь жарят. Вы заказываете за килограмм, а чтобы вам пожарили, стоит 1 евро. На гриле все. Тут вот цены. Если вы берете гамбургер, вот гамбургер, вам пожарили за 1,5 евро, то уже ходит булка, котлета, и вы можете гарнир взять. Вот капуста есть, есть лук, есть помидоры, есть огурцы, зеленый салат, и есть как бы морковка. Забыл, как называется. Она острее. А это мешанное. Там идет перец, капуста и морковка. Вот так вот. Все это выглядит. Могут вам приготовить. Еще раз, цены на готовую еду. Я все время показываю для мясоедов, что можно поесть. А сегодня покажу для вегетарианцев. Конечно, и дети все могут поесть. Вы всегда, когда идете на пляж, есть такие маленькие лавки, где можно купить фруктов свежих. Пойдемте посмотрим. Фрукты и ягоды. Вот это Славянский пляж. Здесь находятся ягоды. Вот находятся абрикосы. Вот, абрикосы стоят 2 евро. Ежевика стоит 1,5 евро. Черешня стоит 2 евро. Малина стоит 2 евро. Вот такой лоточек. И вот боровница стоит 3 евро. Вот такой полноценный лоточек, что вы сможете съесть. Это выглядит от заправки до набережной. Вот как можно утром позавтракать в пекарне. В каждых пекарнях, не именно в этой, в каждой пекарне продают бурики. Это национальный такой вот выпечка. Она идет с мясом, идет с творогом и с зеленью. Это створог шпинат. Не тянущий сыр, а такой как творог, но не сладкий. Пойдемте посмотрим, выберем себе. Вот разная выпечка. 30 евро джеврик. По 30 центов булочки. Сейчас мы возьмем себе. Возьмем бурик себе. Можете один бурик с мясом, одного кифлу и один йогурт. Сейчас я вам бурик покажу. Это булочка с, видите, с сыром 50 центов. Вот, выршла, печена 50 центов. Вот булочка такая вот с сосисочкой стоит 50 центов. Плюс здесь находятся йогурты. Вы берете, утром приходите, берете йогурт. Вот стоит 60 центов йогурт, 80 центов. А есть сладкие. Вот, мы сейчас возьмем себе один йогурт и один бурик. Это как раз завтрак получается. Оп, холодильник мы открываем. Берем йогурт, закрываем. И сейчас нам бурик будет. Оп. Оп, монеточка упала. Можем йогурт, бурик с мясом и одну кифлу. Сейчас вам покажу, как бурик с мясом выглядит. А может это мы покажем бурик как вот леда? Как бурик с леда? Ага. Вот так вот выглядит бурик с мясом. Он есть треугольничком и есть как улиточка. И сейчас нам дадут вот такую кифлечку. Все. Как выглядит бурик. Это слоеное тесто с мясом. Тут реально мясо. Вкусно. Такой бурик бывает треугольничком и улиточкой. Стоит от 1,5 до 2 евро. Сейчас вам покажу, где можно рыбу заказать на гриле, а рыбу можно взять на вынос и креветки, а можно здесь за столиком поесть. А где находится магазинчик, все вам покажу. А под видео оставлю в описании, где находится. Пойдемте посмотрим. Вот тут видите дорада. 100 грамм стоит 250 евро. 2 евро 50 центов 100 грамм, шкарпина 2,5 евро 100 грамм, и есть камбала, у нас называется рынбач или лист, 3,5 евро килограмм, а креветки стоят 3,5 100 грамм,
Вот все за 100 грамм. Цена стоит здесь. Это кальмары. 3 евро. Литни. И сибас. Добрый день. А вот видите, пишет на русском, что если вы покупаете у них, то вам все бесплатно здесь пожарят. Смотрите обзоры рынок, смотрите набережную, подписываемся на мой канал, ставим лайки.